меня звучит. Сейчас. Всегда на 97-м, что ли, появляется рэп?
Ну там, здесь не зёт, конечно. Мачете где? Что? Я такой подумал, что у меня есть мачете? Пиво есть. Серп есть, там-то есть. Хапеши свой сай. Копье, катар, боевой коса. Мне вот не нравится, когда мне надо что-то найти. Вот. Что за бред? Как он, например, здесь кольфу. Почему? То есть понятно почему, потому что игра так хочет. Ты не себе где-то. Когда это случилось? Чужный день для всего человечества. Вчера, 16 мая 2016 года, террористы взорвали 3 ядерных бомбы, унеся жизни более чем 300 тысяч граждан Слахи и США, ознаменовав тем самым начало новой эры, эры ужас, страдания, смерти. Эра ядерного терроризма, ответственность за теракты взяла на себя радикальная исламская группа СВЭД. Согласно сведениям из анонимных источников, эта группа воинов джихада финансирована прямую новым руководством Тиграна. В пользу этого предложения также и говорит ядерный... Та-та-та.
Чипсы-то возьми. Все, я сдох. Че, в чем прикол? Иди в жопу, прокачал. Единственное, на текущий момент. Да это было уже. Чем мне еще раз.
берегу. И правда ненавижу вас. Да как? Пожалуйста. Пожалуйста. Трёпки, трёпки надо ему давать, трёпки, да. Сгенерировали мы. Thank you.
на что не хватает. Ничего не дает. И в жопу игра. Просто. Вот это давай попробуем. Кухню! Кухню ты увеличил, сука! Ладно, тоже нормально. Но сука. Вообще ничего не дали, спасибо. Ускорься, пожалуйста. Да, да, только. Ah!
50, да. 50, И он не сильный. И... А, нет. Потрясающий скилл. Да, очень полезен, особенно когда отнимает твое оружие. Почему оно охраняет? Непонятно. Из руки выронил, блин. Яд. Бесполезнейший скилл. А,
бесполезнейший. Ай, да, ты там это создал. Вот тебе. Потрясающий скилл. Я хочу его ударить, алло. Почему? Good job, game. Good job. Спасибо. Создать ничего не смогу, боже. Если я буду все терять. Что с... У вас игра построена на крафте. Ну нельзя так делать. Я понимаю, что... О, это звучит прикольно, типа он будет терять. Но понимаете, когда у вас вход и выход считается за два входа, это проблемно. Спасибо, что каждый удар заход не считаете. Это тоже очень хорошо. Это же тоже смешно звучит, в сущности. Призовите цель, и он будет вот так делать. Там ударов в 10, походит по трем комнатам, все. Он выранивает. То есть смотрите, я пришел, один ход. Я вошел, второй ход. Третий ход. Четвертый ход, пятый ход. То есть, в сущности, каждые два этажа... В сущности. Я выраниваю предмет. Просто идеально. Отсосить. Он это не выронил. Еще не роняй мне эту игру. Еще ножик, значит я, если я потеряю, все равно у меня будет оружие. Что смешного, спросите вы? Да ничего. А, это да, это я читал, спасибо. А зачем мне? Зачем мне крутое оружие, если я его потеряю просто? А зачем? Да. Просто идеальная игра. Чё ты у меня сейчас спросите? Просто идеально. Я понимаю, если бы они ограничили тем, что там, типа, хилки пропадали. Но нет, пропадает и оружие. Оружие. Создал ты крутой предмет, херти. Ugh.
Упс, пережрал. Огромную аптечку потерял.
Пожалуйста, сделай. Спасибо. Иди нахуй, иди нахуй, нахуй иди. Любимый, я все еще тебя на моем телефоне. Иди нахер. Иди нахер, нахер иди, нахуй иди. Сука. Нет, понимаете, если бы... То есть сразу выкидывается мое оружие. Почему? Непонятно. Беру сраный нож, выкидывается все, но не ножи. Но не ножи, конечно, да. Идеальность, блядь. Просто... Семь ножей. У меня бог-генератор. Откуда у меня бог-генератор? Почему нельзя сложить вещи, например? Уровень 5. Просто идеально. Почему? Объясните, я 3 удара получил, просто ничего. Попади, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, не выкидывай это оружие. Пожалуйста.
Я верю в тебя. Ты опоздал опять, если хочешь извиниться, я буду на 50 движений надул. Я мудрее что-то создал. Я не знаю как. Просто. Батареи нет. Батарейка. Ой-ой-ой-ой-ой. А, карта потерял. Ну, умирать так умирать. Пойдем.
Да, ты приехал. Я понял.